Всем привет. Всем привет-привет! С вами я, Светлана Ата. Мои хорошие, какая прекрасная погода в Мерсине. Воскресенье, столько людей. Смотрите, какое море. Смотрите, сами переполнены. Все отдыхают. Сколько градусов? Качи, береги. Сейчас на солнышке хорошо. Пошли мы посмотрим там дальше. Сейчас мы посмотрели, столько уточек у нас появилось. Очень много уточек. Это не только здесь, по всей вот этой нашей речке. Сыни, говори. Это кто? Айше? Айше Фатма. Ну, Айше у Фатма. Вы знаете, что такой это случай был у нас с Ашкимом? Почему он называет Айше? Когда мы вот только с ним познакомились, он меня пригласил на остров какой-то, мы ехали. 3 часа на пароходе ехали, ехали, плыли, плыли. И вдруг там было вот этот, я турецкий еще не знала на таком уровне. Я ей говорю: Ким, а у нас же неодушевленное что, а это одушевленное на кто? Вот я и спросила: Буким, это кто? А у них нельзя так говорить, у них все не, что. Это что надо говорить? И он рассмеялся, говорит: это Айша, назвал имя ее. Ну, в общем, после этого он мне постоянно говорит, что вот Айша. Еще раз привет. Привет. Еще раз привет. Собака. Укусила. Мой Ашким очень боится собак. У него в детстве такие воспоминания плохие. Покусали его собаки. И у него такой страх, хотя ему уже скоро 50, но боится собак. Паника, когда он видит собак. Даже маленьких. Смотрите, какая красота. Столько гуляет. Ой, Ашким, нам надо тоже начинать играть, а то от наших ужинов я прибавила, кажется, килограммы. Ну все, в понедельник завтрашнего дня рот закрываю. Все. Моих видео я еще не показывала вам. Кипа — это такой же торговый центр. Кипа Дилю? Вот посмотрите, Сая Парк, говорит мой. Вот здесь сделали ремонт, отремонтировали. Но раньше назывался Кипа. Посмотрим, давайте, что там внутри. Пойдемте вместе с нами. Пошли, Нерде, Гирмек. Так вот, мои хорошие, раньше была здесь Кипа называли, сейчас сделали Сая Парк. Посмотрим, какой и что он там. Очень самое интересное. Посмотрите, я нашла елочки. Помните, я искала перед Новым годом. Вот автопарк, спускаться надо по этому лифту. Классно сделали, красиво. Там кафешки, раньше не было здесь. В общем, обновили здесь вот такое красивое арка, сердце. И тоже кафе. Смотрите, как красиво, действительно. Все фотографируются. Я говорю, это я обрадовалась, потому что это рядом с нашим Мезитли, наш район это. Так вот вечерами можем прийти, посидеть с Ашкимом в кафешке. Сердце. Эй, как?
Идем чекать, бедрессив санер. Мы видео, он не думал, что я видео. Вот так вот. С Скибом гуляем, мои батьки. Правда, очень красиво. Молодцы. Вот турки умницы. Они так красиво все делают. Не только турки, все делают. Но красивое что-то. Вот Мерсини. Смотрите. Сейчас не видно. Ну, красиво. Молодцы. Скоро-скоро Мерсин станет похожим на Стамбул. Так выглядит внутри. Посмотрите, как красиво внутри сделали. Очень красиво. Для детей в песке играются. Красиво, не так ли? Смотрите, как красиво. Так мы передвигаемся. На второй этаж. Смотрите, как красиво. И вот это здание старое, оно так и осталось. Просто добавили там несколько зданий и соединили. Самый вкусный третий этаж. Здесь вот находится кинотеатр и кафетерии. Посмотрите, какие вкуснятины, цены. Не так уж и дорого, посмотрите. Лахманчу стоит 7 лир порции. В общем, мы обтеклись слюнями. Искендер 17, 2, 18. Эфенди. Не. У меня не видно. А ты вот оба посмотрите. Какое большое. Столько голодных людей. Ждем, когда придут взять у нас заказ. О, с кинотеатра люди. Столько много людей. Вот такой Саяр парк. Ашкин проголодался. А Чиктын мы, Ашкин? А там едем вообще. Человека едем, говорит. Сейчас он официанта говорит, съем, такой голодный. Шишко гарсон, да. Толстый гарсон говорит, там а есть официант, его съем. Посмотрите, как переполнено. Места нет, но аж сюда вышли. Будем ждать. Вот такую собачку мне оставили на пару дней. Вы видите, мои холёси. Мы пришли, вот такой вот подарок у меня. Друзья мои хорошие, посмотрите, какое чудо у нас сейчас живет вместе с нами. Его зовут Малыш. Как бы вам снять так, чтобы не на солнышке. Вот такое чудо сегодня спало с нами. Солнышко такое. Малыш, малыш. Понимает и по-немецки, и по-турецки, и по-русски. Ашкин сейчас гулял с ним 3 часа. Он такой отключенный. Ему 8 лет. Его нам, значит, оставила моя знакомая, хорошая риэлтор Татьяна. Вот она уехала на 5 дней. И вот оставила его с нами. Первый, как он плакал, если вы слышали. Прямо как ребенок вот так, вот так скулил. Я его и носила на руках, как маленького ребеночка. Показывала ему в окно, там стучала по окну.
думала, что он ребенок. И, в общем, как-то мы с ним подружились, до этого тоже знали, знакомы были с ним. Ну вот что я вам хочу сказать, что как мы спали. Он вообще всегда спал с хозяйкой своей. Ну вот мы сверху одеяло он возле ног ложился, а вот под утро я чувствую, что он кто-то залез под одеяло. Я быстренько проснулась, и вот он меня разбудил, пошла с ним погуляла, и потом пошла на зумбу. В общем, вот такой вот у нас красавчик в доме, малыш. Смотрите, какой он отключенный. А характер у него такой. Вот когда я возвращалась сегодня с зумбы, то встретила в лифте соседскую собачку. Она немножко побольше его. Так он на нее начал гавкать. Та была такая безобидная, а этот... хотел показать, что он здесь хозяин в этом доме, в этом подъезде. Я аж кем гулял, говорит, к двум большим собакам он цеплялся, вот такой малец. Хороший песик, от меня не отходит вообще. Но сейчас, видно, очень устал, что никак не реагирует. Ведь я на солнышке лег, так хорошо. И вот постелила дорожку, чтобы он бегал. Ну, лапки ему почистила, ухаживаю за ним, печенка. Вот у него еда своя есть здесь. Вот какие-то палочки такие оставила хозяйка. В общем, вот такой вот у нас новый жилец у нас. Кушаем. Представляете, сидит рядом. Хотя я ему сейчас только что покормила его курочкой. Да, малыш? Да? Ты покушал же, да? Не попрошайничай, ты поел только что. Угу. У меня сегодня болит зуб, я ужасно себя чувствую, первый раз кушаю. Кушаю гречку, вот, себе сделала, и грибы с курицей, посмотрите, попрошайничай. Я людям показываю, ты сейчас хочешь? Ты же грибы не кушаешь? Ты же покушал? Очень любит, знаете что? Печенку, да? Печенку любишь ты? Посмотрите. Ты просишь кушать у меня? Ну я же тебя покормила. Почему ты такой попрошайка? Ага. Что ты трясешься? Говорят, что это такая порода, они трясутся. Давай тебя накроем. Давай накроем тебе, у тебя свое одеяльце. Вот такой вот у нас малыш. Он сейчас гулял со Шкемом 2 часа, наверное, да? Везде ходил. И знаете, что какой у него характер? На больших собак и на других собак он очень сильно реагирует. Набрасывается. Это он говорит, дай мне. Мой муж, знаете, же говорит, иди, говорит, углум, геля углум, иди, сынок. Он у нас синотик сейчас. А мои внуки узнали, что у меня собачка. Вчера звонили мои внуки, просили показать малыша. Да, про тебя рассказывай. Халюсий такой, халюсий такой. Сыночек халюсий мой, халюсий. Да. А как мы любим веселиться. Как мы веселимся. Только меня не целуй. Мой сладкий мальчик. Сладкий ты мальчик. Гав сделай, гав. Где? Кто там? Кимо? Как реагирует на все звуки? Сладкий ты мальчик. Вот такой вот у нас малыш. Ай! Не целуй меня. Вот такой у нас малыш. Малыш. Ай, малыш. Любит маму. Малыш любит маму. Сейчас папе пошел. Малыш любит маму. А? Кто там? Кто? Кто там на улице? Все слышит. Так что вот так, мои хорошие. Вот такой вот у нас халюсь и молись. Подписывайтесь на мой канал. Со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата.